Всем привет! Сегодня будет обзор на подсистему. Как в моем представлении должен выглядеть обзор на подсистему? Привет! Это подсистема, аккум на 500 мА, заряжается по microUSB, сменные картриджи, но их хер найдешь. Работает, ставь лайк, подписывайся на канал, приятного тебе и пока. Типа вот весь обзор на подсистему. Обычный доставлятор никотина. Но этот мне по-настоящему понравился, поэтому встретимся через 40 секунд и я расскажу о нем поподробнее. Но перед этим хочу порекомендовать зайти на сайт vaporal.com, так как там есть куча скидок, купонов и прочего. Так что если в планах что-то купить, обязательно загляни. Основной под, которым я пользуюсь, это Saurin Air, поэтому сравнивать я, наверное, буду с ним. Больше ничего достойного из того, что было в руках, так-то особо и не запомнилось. Ну, кроме совсем дикой UFO 2, круглой на два картриджа, она валяется у меня в машине, чисто как никотиновый доставлятор в дороге, если я забыл взять с собой Saurin. Все остальное, ну, такое себе. И зацепил вот этот Asmodus Flow. Итак, что мы имеем? Устройство в приятном алюминиевом корпусе с очень наляпистым дизайном, который прям орет. Смотри, у меня Asmodus. Вы видели, да? У меня Asmodus. Посмотрите, у меня Asmodus. Да, у меня Asmodus. Вы что, не видите? У меня Asmodus. Asmodus. Иногда мне кажется, что надпись Asmodus на моем поде слишком маленькая. Ну ладно, наверное, это больше придирка, но вот это огромное лого, огромные шрифты выглядят как-то колхозно. Если мы возьмем тот же Saurin, на нем вообще нет ничего лишнего. Выглядит очень лаконично. Ну и если черная версия еще похожа на мод, то другие можно легко спутать с текстовыделителем. Ладно, теперь давайте разберемся с самим модом. У него есть аккумулятор на 500 мА, что довольно неплохо. И microUSB зарядка, которая втыкается в довольно логичное место, его можно парить Казбек Пастру, то есть прямо с зарядки. Это немного добавляет ему габариты, ну в сравнении, например, с тем же... Где он у меня... В сравнении, например, с тем же Мили, который подключается к зарядке на магнитов. Но для форм-фактора данных устройств, по мне, это совершенно несущественно. Теперь давайте поговорим о затяжке и вкус передачи. Она очень приближена к тому же Saurin Air. Может быть, даже на толику более вкусное, но не прям критичное отличие, прям совсем на тоненького. В общем, затяжка, ну, очень похожа. Она тугая и приближена к сигаретной. В подсистемах мне такое очень нравится, но этот параметр скорее индивидуальный. Добавлю куда-нибудь вот сюда голосовалку, все время забываю, сколько она стороны. Какая затяжка тебе больше нравится в подсистемах или МТЛ-системах? Свободная, средняя или потуже? Я голосую за потуже. Ну, а ты вот выбирай, наверное, вот здесь. Могу ошибаться, может, вот здесь или вот здесь. Ну, теперь давай покажу испаритель. Он выполнен очень грамотно. Вмещается в него 2 мл жидкости, это типа европейское законодательство, ограничение на объем в электронках, но суть не в этом. Мне очень нравится сам испаритель. Смотрите, как реализованы усы ваты. В Saurin, например, чтобы он не сгорел за пару затяжек, мне приходится расправлять плотно уложенную вату проволокой. Надо будет, кстати, снять этот лайфхак. Картриджи работают в раза в 2 дольше с такими действиями. Но вернемся к Asmodus. Усы ваты отлично расправлены и никаких проблем с жижепередачей внутрь картриджа с такой системой не будет. Также мне нравится заправочное отверстие. Туда легко заливать жидкости любыми носиками, в отличие от того же
Миле или Саурина. Просто посмотрите на эту писюлечку в Миле. Сейчас достану. Если она упадет, и вы потеряете ее из поля зрения, все, давай до свидания. Найти ее практически нереально. Крышечка отверстия в Осмодусе мне определенно нравится больше. Но, конечно, эту штучку тоже можно потерять, в отличие от того же Саурина, где она прикреплена к самому картриджу и никак не потеряется. Вот здесь такое возможно, но сделать это сложнее, потому что она довольно большая. Теперь попробую рассказать о минусах и неудобствах. Они в большей степени относятся к вот этим самым картриджам. Первое — это доступность. Если на Surin я могу купить картриджи практически в любом вейп-шопе, то со Asmodus'ом в этом плане могут возникнуть проблемы. Это, можно сказать, частично FMCG продукт, и хотелось бы иметь его в шаговой доступности. Конечно, можно заказать заранее из Китая, но все же локальное наличие в ближайших магазинах намного удобнее. Следующее, что касается неудобства использования, это вот этот вот глазок в картридже, который показывает количество оставшейся жидкости. Может, на камеру будет видно, но в жизни я испытываю определенные сложности, чтобы понять, сколько жидкости у меня в нем осталось. И приходится доставать его и чекать на глаз, не закончилась ли она с моим Казбек по стру режиму. Притом у меня хорошее зрение, но все равно видно довольно-таки хреновенько. Ну и, конечно, то, о чем я говорил, очень наляпистый, кричащий дизайн. Иногда мне кажется, что надпись «Asmodus» на моем поде слишком маленькая. Это, кстати, не краска, а лазерная гравировка. Выпилена прямо на корпусе. А не рисунок серебристой краской, которая сотрется через неделю. Но все же можно было бы сделать поменьше и поаккуратнее. По минусам, наверное, все. Если кому интересна коробочка, то внутри... то внутри лежит мод, коротенькая зарядка microUSB, которую хрен отковырнешь, и инструкция на английском языке. И запасной под, то есть батарейный блок, два пустых пода и коротенький кабель microUSB с инструкцией. Все. Я не сторонник обзоров на подсистемы. Обычно в них нет ничего интересного. Но этот мне действительно понравился. Так что с тебя лайк, подписывайся, если еще не подписался. Ну и приятного тебе. И пока. Тут сейчас появятся другие интересные видосы.